Голосуйте за Дональда Трампа. Демонстрация с таким необычным для Сербии лозунгом прошла в Белграде. Так местные жители встречали вице-президента США Джо Байдена, который начал официальный визит на Балканы. Шествие возглавил лидер сербской радикальной партии Воислав Шешель. Вот он, седой в очках. Сербы симпатизируют Трампу, который часто критикует НАТО, американскую внешнюю политику и лично Байдена. Жители бывшей Югославии не могут забыть о натовских бомбардировках, которые им пришлось пережить в 99-м. Поэтому многие в Сербии назвали цинизмом слова американского вице-президента, который сочувствовал в Белграде жертвам военной агрессии. Я хочу выразить соболезнования семьям, которые потеряли своих близких во время войн в 90-х, включая тех, кто погиб в результате военной кампании НАТО.